Так, приветствую, друзья, зрители канала. Хотел показать вот такое чудо. Я коллекционирую, получается, старые магнитолы. Тут обменялись мы с товарищем. Вот. Такая вот фирма. Очень известная фирма Беккер. Вот. BMW Business C53, E53. Вот. Я никогда не имел дела с такими аппаратами. Вот сейчас выпаял разъем антенный. Смотрите, какой антенный разъем здесь стоял. А-ля N-тип. Ну, почти. Причем такой позолоченный. Вот. Ну, буду ставить БНС-шный разъем. Потому что антенна у меня в основном на БНС. Дальше, что меня удивило. Полностью экранированный приемник. То есть, вот я экраны снял. Вот часть приемник экранированный. Потом что? Хотел показать. Что меня удивило, так это то, что здесь установлен кварцевый фильтр на 10,7. В то время как в обычных просто стоят керамические и все. Мы знаем, да, что кварцы ставятся обычно в радиостанциях. Вот, то есть вот он здесь он стоит. Вот. Ну, по механике. Движки японские тоже. Но это такое. Кассеты-то никто не слушает. В основном меня интересует, в принципе, радио. Да, вот еще что. Значит, интересно то, что то ли у НЧ это, я не знаю, вот такие две таблетки квадратных на радиаторах. Вот. Ну, про, ну, парень сказал, который обменялся со мной, что он работал, то есть звук издавал. Ну, будем надеяться, что так и есть. По крайней мере, он включается и принимает станции. Вот тоже что-то квадратное такое коричневое. Тоже что-то, скорее всего, из отряда ВНЧ. Не знаю. Сейчас я его включу, покажу, как он принимает. Ну, по крайней мере, индикацию его. Вот такая вот раритетина. Хотя, по сути, он-то не старый. 2006 год. Не такой уж и раритетный. Вот такая вот подсветочка. Не особо яркая. У нас, смотрите, средние волны. Длинные волны. FM-скан. РДС он принимает. Так, нашло станцию дальше. Так, ну, нас интересует, вот, показывает РДС. Працюет, так, дальше. Просто интересно будет, как он будет работать, когда будет звук выведен. Вот такой вот здоровый, но большой, реально большой. То есть, если его сравнить с обычной магнитолой, то он просто огромный. По сути, вот сейчас я попробую показать. Но это за счет того, что здесь передок такой большой. Вот я покажу. Обычная Сонька. Вот. Сонька, на которую я слушаю станции дальние. И вот Беккер. То есть размеры, конечно, ой-ой-ой. Вот. Так что, когда запущу со звуком, тоже, наверное, выложу видео. Кому было интересно, лайки ставьте. Неинтересно, дизлайки. И всем всего доброго. До свидания.